показываю осенние цветы. Вот растут эти чернобрывцы. Посадила маты. Так, вот это вот белые, бело-синие ромашки. Вот две штучки. Так, следующая тут роза с мороза. Одна осталась. Так, теперь это хризантемы отцвели уже давно. Вот они такие пышные. Пышные в моем вазончике. Довольно неплохо смотрятся вроде бы. Так, вот вторая роза. Розовая. Роза то была красная, это розовая. Вот такая вот она чахлая. Даже вот эта вот дребедень почти погибшая, и то дала вот этот цветочек. И еще вот она. И вот эта вот ромашка оранжевая. Вот она аж вниз дает вам цветки. Повылазили 4 штуки. Даже вот это вот несчастье. Вот она. Так, это на этой стороне. Теперь на той. Так, теперь что тут на той? Значит, вот это. Кстати, что такое с этим солнцем? Майоры продолжают расти. Вот. Продолжают расти. А это ромашки фиолетовые какие-то. Вот они даже еще готовятся. Если не будет морозов сильных, они будут расти. Тоже в моем горшке. Вот. Ну и вторая хризантема. Крупненькая. Все они почему-то повернулись к солнцу. Вот такие вот. Этот красный хризантем, этот оранжевый хризантем, а этот светлобусковый. Розовый, можно сказать. Вот такие вот еще у нас растут хризантемы. Черешня вся зеленая. Нифига не желтеет. Вот она, громадина. Вот. Это переспевшие груши. Я их сегодня давал собакам. 4 штуки дал сегодня. Завтра еще дам. И так на 3 дня растяну. Так, ну, а вот еще чернобрывцы. Вот эти чернобрывцы растут. Вот. И вон еще одни. Вот такие чернобрывцы. Ну и чтобы дополнить окончательную картину, покажу гранаты. С этого куста я уже их почти поснимал. А на этом кусте все еще они висят. Вот они. Заразы висят. Их много. Потрескавшись. Вот. Вот, 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 вот. Их много-много. Много-много вот такие вот. Страшненькие. Ничего, я думаю, что съедим и такие. Они, правда, не очень сладкие, можно сказать, очень кислые. Вот такие. Повыгибали веточки, здоровые. Вот такие. И вот там еще растут. О, вот еще один. Вот внутри куста еще. Полно, полно, полно. Вот они растут, собаки. Растут, растут, растут. Так это же еще не все. Просто море их. Там где-то прячется мой киви. Вон он, мой киви. Зелененький такой. Защищенный. Так, и вот еще один куст, чтобы не два раза не вставать. Вот. Тоже на нем полно висит. И тоже потрескались все. Какие-то желтые, не
красные гранаты. Ну что это такое? Этот гниет уже. Вот такие вот крупные. Но почему-то не вызревает. Ну что? Вон видно сквозь него, что они белые. Все равно я их сниму сегодня, пусть уже сидят дома. Так, спаржа пожелтела, стала желтенькая, красивенькая такая. Такая вот спаржечка. Желтенькая. Желтенькая, желтенькая. А это цветущая. Цветущая яблоня. Знаете? Такое бывает, когда дерево объедят эти гусеницы. Вот оно. Все листья опадают, а тут новые появляются. Оно было лысое полностью. А вот эта черешня пожелтела. Вот это вот артишоки мои растут. Кустяры деревенские, и вот там их полно тоже. Помидоры все уже почернели, и ни хрена их уже нет. Последний кадр, там граната, общий план такой, чтобы было видно. Там камыши я поднял с земли, поставил на просушку. Вот они сушатся, я их буду резать скоро. А вот это я так пригибаю инжир ведрами. Очень туго гнется. Посмотрим, спасется он или нет.